Здорово, мужики. Наконец-то я решил записать отзыв для Валаджана Шамшурина. Короче, я проходил у него онлайн-тренинг. Вот, и, бля, я хочу сказать спасибо, Володя. Ты мой кумир. Вот, я тебя люблю. Целую. Короче, слушай. До этого у меня не было нихуя. Телок не было. Короче, одна была, с которой я, блядь, 5 лет встречался. Ну, это пиздец просто, мужики. Так вот, я с ней расстался. 1.5 года ебланил. Нихуя не было. Ну, не ебался ни с кем. Потом, короче, это, что-то, блядь, залез на YouTube, начал смотреть всякие видосы по пикапу. Наткнулся на Володин канал. Очень понравился. Все, короче, блядь, смотрел все видео. В итоге он приглашает на онлайн-тренинг. Я сразу подписался, потом, короче, это еще он выкладывает второе видео, говорит, блядь, заебали лохи, типа, ну, которые нихуя не хотят от этой жизни. Ну вот. Так вот, я прошел этот тренинг. Все пошло по накатанной, просто, блядь, с телочками общение, ну, на ура. Последний раз вот в клубе снял на той неделе. Ну, времени не очень много, чтобы ходить ебаться каждый день. Встретился с ней, выебал ее, короче, в подъезде в 9 утра, блядь. Дети уже, короче, на самокатах катаются. Так вот, встретился с ней через какое-то время. Я снял их двух с своей подругой, поехали к моему корешу. Она говорит, бля, говорит, мы типа охуели, как ты это сделал вообще, ну, к нам ребята подкатывают, мы всех нахуй просто шлем. Ну, у нас не было в планах с кем-то уехать. Только домой собираемся, вот он, ты нарисовался, говорит, блядь, ну, говорит, мы подумали, что ты просто бог пикапа, блядь. Вот, не я бог пикапа Володя, ему спасибо большое. Такие дела. Володя, до свидания.